Здравствуйте, мои зрители! У всех, наверное, начались каникулы, а у кого не начались, начнутся. Итак, мне за хорошую четверть подарили эту Monster High. Ее зовут Дракулаура. Она уже у меня по счету третья. Итак, у нее черно-розовые волосы, черно-розовые туфельки и черно-розовое платье. И она очень красивая. Ей исполняется уже 1600 лет. У нее было в комплекте вот эта расческа черная. Был вот этот ободок черненький, розовенький. И еще была вот такая сумочка. У нее глаза серо-розовые. И она мне очень понравилась. Так я их не собираю. Сейчас собираю пет-шопов. Но мне захотелось именно вот эту Дракулауру. Я, наверное, на ней остановлюсь, потому что она очень дорогая и она очень красивая. У них был тортик, но они с Рошель съели его. Итак, я сейчас вам покажу, что у нее может отсоединяться. Ноги у нее не могут отсоединяться, но зато могут отсоединяться хорошо руки. Вот сейчас я вам покажу. Вот рука, которая отсоединилась, можно отсоединить вот так вот. И потом вот приставить обратно. Там есть еще одна часть, которую можно тоже отсоединять. И это вот эта часть. Эту нельзя отсоединять. Если отсоединишь, то уже никак не присоединишь. Вот, это очень красивая и моя любимая теперь стала кукла. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых встреч!